Студенты ТюмГУ станут помощниками квартальных соглашений. Об этом подписали администрация города и ВУЗ. Благодаря сотрудничеству студенты смогут временно трудоустроиться. В частности, в Центральном и Калининском округах ребята будут помогать квартальным. Осматривать территорию и фиксировать нарушения правил. На работу планируют трудоустроиться более 2000 студентов, в том числе иностранцы. Мы традиционно говорим о том, что у нас вопросам благоустройства уделяется особое внимание. И сегодня у ребят есть возможность приложить в том числе и свои навыки, знания, умения к тому, чтобы повлиять на будущее. Кто-то может дать свои предложения по созданию образа, эскиза по благоустройству той или иной территории. Мы поддерживаем не только студентов, но и их семьи. Мы знаем, что на сегодняшний момент в связи с пандемией многие оказались в трудных жизненных ситуациях. И это возможность не только поработать, но и, конечно же, поправить свое материальное положение. Хорошо, что администрация города, мы благодарим ее, что она так быстро, оперативно откликнулась на нашу просьбу, и мы смогли сделать не просто какой-то формальный шаг в этом соглашении или в этом мероприятии, но и действительно, я считаю, что это правда будет полезно нашему городу.